Какой, что называется, натюрморт. По-моему, хорошо. Отлично, вот это лучше, чем там. Ну тоже сделаем, но вот это вообще отлично. Да. Слушай, ведь у нас такая салонка была. Поймал ёжика. Ты не помнишь? Поймал ёжика. Помню. Похожая. Но и не такая. Вот такая. Я понимаю, но ты его. Вот скорее вот. Он же колючий. Какая-то такая, типа. Ну была же. А где она? Была, но они нет, они по-другому все равно. Не помнишь где? Слушай, вот это брутальненькое вот эти. Брутальненькое. Ну вот они буквально вот такие были, вот такие. Ну, все нормально. У нас как-то... А я там женщин на ноги был, лет 10 было. На даче вот поймали. Ну, поймали. Он много. Ёжики. Жутенькие. Жил, его там вылечь поставили. У меня через три его просто пинками. Так, топочек. Давай свинину. Быстро мы знаем. Мы с ним любим змей. Змей. Они тихие. Я бы хотел, я уже не хотел. По-моему, завести удавчика. Хорошо.
Вот. Нет, там даже проект был. Стойку, там это длинная стойка была, как бы строить аквариум такой, и террариум вверх. Да? С толстым стеклом сверху. И туда можно пустить удавчика. Красиво. Все детство я ловил гадюк. Все время вообще убивал. Сначала убивал. Сашка одинаковый. Я никогда не убивал. Сначала я убивал. Потом я понял, что это вообще не скучно. Неэстетично. Короче говоря, я стал ловить. Один раз. Пятницкий лагерь. Поймал гадюку. Посадил. Привет. Привет. Молока. Привет. Это как? С Новым годом. Нет, да, с Новым годом. Мы у меня день сфотографировали. Да вот. Ты главное. Вот. Печально, ну ладно. Что почему? Вот это вот. Ну это фотография. Фотография с фотографией-то не очень. Могу, конечно. Отсюда вот не далеко. Надо кому-нибудь поцеловать. Сашу, конечно. Давайте. Кого же? Был сегодня красивый дублёрик. Предоставляю себя для эксперимента. А чтобы вас было видно, так что пониже немножко. Еще ниже. Это было видно вот это. И чуть-чуть пониже. О. А вот глаз чуть открой. Супер. Захотел отметить год свиньи каким-то образом. Да, Новый год сегодня. Да, с Новым годом. Если записываете видео, то я скажу немного слов. Угу. Вот, очень приятно находиться в галерее свиной уныло в год свиньи. К сожалению, неудачное совпадение с другими вернисажами сделали так, что гостей мало, но и все ненадолго. Вот имеете люди, которые посетятся сегодня, они обретут благодать от китайского талисмана. Наблюдая приятное, я думаю, что 18+ не будет, потому что здесь нет именно человеческих каких-то органов. Вот, приятное взаимодействие двух символов галереи. А так, наблюдав за тем символом, который находится отдельно, люди приходят сюда сегодня, обретут познание свинства, и, собственно говоря, из свиней, как вот цирце, превратятся обратно в людей. Естественно, что блудный сын, он же раньше был, нормальный, потом стал блудным, причем я слово блуда, слово заблуждаться, причем и в плане путешествий. А потом вступил на истинный даосский путь, вернулся к своему отцу и стал человеком, перестал рассыпать бисер своих мыслей перед свиньями где-то на далекой чужбине, где-нибудь там на каком-то далеком юге, наверное, потому что обычно все глупые люди уезжают на юг, а умные на север, если они эмигрируют. Вот, собственно говоря, потому что древние царства типа Гипербореи располагались, как правило, на севере, исполненные ума и тому подобное. Вот, ну и, собственно говоря, свинья – это последний год китайского гороскопа. Поэтому, наблюдая здесь свиней, которые занимаются интересным, приятным действием, мы должны помнить о последствиях, которые могут это действие произвести. Ну, дети это не всегда нужно, особенно если они свиньи, а вот творчество и радость, и наслаждение нужно всегда. Поэтому давайте радоваться. Ну, это спонтанно такая речь. Кайф. А я вот где-нибудь увижу, например, там в Фейсбуке или где-нибудь еще. Ёжики! Ёжики на свинье. Интересно, как вот ёжу не больно? Хотя зовут её мазохист. Нет, у них там всё мягкое. А, ну так у неё всё твёрдое немножко. Да нет, там всё мягкое. Ладно, ладно, я просто не была ёжом, я не уверена. Хотя было бы забавно, потому что говорят, ну как бы, что животные, они не очень мало удовольствия получают от этого процесса. Ну, многие, наверное, тоже считают, что она наравне с едой, например, астрологически, там, в некоторых местах, ну, то есть под тельцом, а по скорпион совершенно другое, это лучше. Так вот, есть те виды животных, которые занимаются сексом для удовольствия, если у которых есть сексуальное отклонение, они, как правило, наиболее разумны. Это дельфины, летучие мыши и все прочее. Таким образом, можно сказать, что наличие... Я ничего не пропагандирую, если что, вот, потому что мне нечего пропагандировать, я сама, собственно говоря, очень странная. Значит, короче, наличие каких-то отклонений, использование секса не для размножения, а для наслаждения, является признаком более высокого развития творческой натуры. Ведь известно, что природа на детях отдыхает, и многие творческие люди либо не любят детей, либо нет их иметь. Но астрологическое творчество связано с пятым домом, так как воспроизведение детей. С этим, ну, можно либо выбирать, либо совместить. И Шекспир, делая совет, ну, там, смуглой леди и своему другу размножаться, он, на самом деле, хотя и поэт, говорит чушь, потому что, на самом деле, стоило позировать. Только такой способ размножения адекватно передает ваш фенотип. А с генотипом-то шутки всякие бывают. Даун может родиться, и даунтаун.
Поэтому размножаться в плане детей, конечно, полезно, особенно если у вас нет братьев и сестер. Но если они у вас есть и сами размножаются, лучше у вас в плане творчества. Это более безопасно, это более, ну, в принципе, приятно, и это обычно даже может быть бесплатно, потому что, в принципе, покупают подгузники для своих картин. Вот. Спасибо. Я просто сама творческий человек, поэтому скучу за разум. Вот. Я даже написала рассказ про то, что, ну, как бы изображение является третьим фазой размножения. Но в том плане, что были бактерии, они размножались делением. Потом, ну, изобрели половое размножение, вот там на МЖ. А когда человек обрел разум, он изобрел размножение с помощью картинок. Ну, или какие-то там другого искусства. Вот. То есть, как будто тоже размножение. Вот. Причем это абсолютно по Гегелю, абсолютно неверно. Вот. О, еще свинка. Нет. Спасибо. Да. Конечно, а мне приниматься опыта нет, я что-то допотопный. У меня контакт только есть Facebook. А извини, что не дадим написать, у меня просто не бумаги. Алла Зиневича, Фейсбук. Да там меня можно... Я есть у друзей куча людей, которых наверняка знаете. Ну, конечно, смотри, что долго не искать. Алла Зиневич, Фейсбук. У меня вот аватарка на светлом фоне, вот такие кудрявки. Я не знаю, кстати, не бьются или не бьются. Скорее всего, у меня записано. Вот. У меня, кстати, волосы нормально лежат. Я просто все хочу, чтобы они велись. Прекрасно. Они как бы волнистые, но они, ну, так, разной степени волнистости. А лак для волос я не могу использовать, у меня его голова болит, и поэтому я их никогда не завиваю, и вообще ничего с ними не делаю, даже не красила ни разу, у меня абсолютно свои волосы. Я только стригу регулярно. Да, вот. У вас большая палитра. Можно стричь, можно не стричь, можно. Да, я побежала на выставку еще, у меня не настолько побежала, знаете, куда? Слушать стихи. Вот, есть такой поэт Евгений Мякишев, который сочиняет стихи, в которых употребляется подобный акт, а также слова, которые в русском языке его именуют. Вот. Но поэт Евгений Мякишев, это чем большинство людей, которые употребляют такие слова, как в быту, как в литературе, употребляет их красиво, грамотно, и так что его приятно читать. Я не буду просить слова здесь, потому что еще меня забанили, и вдруг дети смотрят. Вот. Но вы эти слова прекрасно читаете на заборах. Вот. И мало того, обладаете дионтатами этих слов. Вот. И, собственно говоря, я хочу послушать стихи Мякишева и такого другого поэта Молева, и поэтому я пошла их тоже праздновать. Где они сегодня? В 12 июля. Нет. Это на Грибоедова, нужно сесть на 27-й или 22-й или 3-й автобус, а-а-а, и можно быстро доехать. Далеко за полчасика. Где-то концы, да? Ну, Грибоедова 100, там где-то примерно минут 40, как я за классе приеду. Я все понял. Если, ну, они обычно начинают с опозданием, ну, то есть это минут 20, как минимум. И я на второе отделение приеду точно. Вот, так что, как бы, сегодня так неудобно, куча всего хорошего и все одновременно. Ну, я, правда, посетила все, какое-нибудь мероприятие, я Росфото не дошла. Хотя оно было рядом, можно было бы. И еврейский общинный центр, потому что не была уверена, что пойду фотограф, поэтому не пошла. Сюда я пошла, потому что именно год свиньи. То есть, если бы было, не было вот именно год свиньи на сегодня, я бы не пошла, а вот именно за это пошла. Святой праздник. Ну вот. Вот, так что вот при этом свиньство. Ладно, Мякишев, привет передам. Передам, да. Я немножко забыла, к вас зовут, можно напомнить? Я возьму лицо. Ничего. Андрей Романов, вы тут хорошо. А, оно уже здесь. Там, да. Ой! Приветствую. Привет. Здорово. Хроник, видишь, он какую рукоять приделал к телефону. Еще от Красногорска. Чтобы еще отдача не мучила. Прикладом, с прикладом. Да. Очень хорошая история, ничего не дергается. А автор Кабановский здесь. Конечно, да. Связать. Вот.
я к Соловьям вас выбираю, потому что у вас мало объектов, посмотрела, очень рада, и очень, да, просто принесла лекцию, человек записывает то, что я говорю. Вот. Ну, у меня немножко, наверное, надеюсь, фотографировали. И мне у вас понравилась эта выставка тоже, которая здесь сейчас. Уж не спрыгнула. Вот. Я, в общем, еще приеду через какое-то время. Так, ты в Борис ходил? Вот только пугать. Была, да, так я посещу в Мягчу 12 июля, поэтому я туда теперь. Безумный день, сегодня все. Я не буду нормально себя точить нигде. Чтобы все люди могли спокойно везде там. Делаю каждый день. Завтра мало. Встанешь, что мне не до селфи. Нет, ты должен не сделать. 5 марта, женская. А чего тебе? Ой, это будет тогда одни. После дня рождения моего друга, а ты живет рядом. Все. Можно договориться сюда и туда потом. Когда женская выставка? Женская? Ой, это круто, наверное, в Западчине будет. 5 марта. 5 марта. Концерт группы Иванова будет сразу. Вот это хорошо. Не мета, а бурки. Потом у нас после женской будет фото с Виналия. Вот куратор. Если хотите писаться, может по блату. Фото с Виналия. Жмите селфи свои. Олег, мы с тобой дружим. Там будет фестиваль, да. Селфи нужно. Нужно, да, чтобы участвовать, надо селфи пришлось. С утра. С свиньей? Ну, если с семьей есть, то, пожалуйста, если нет, то свиньи. Как сам свинья, да? Просовни, да, все свиньи. Сашка сейчас только со снежными бабами. Да, со снежными бабой тоже сойдет. В принципе, с любой бабой сойдет, неизвестно снежной. А, слушай, а со свиньей можно? Я сейчас скажу, когда я был, когда у Пешкова, там была выставка на квартире, я туда забежал, это было в декабре или в ноябре.